Итак, сегодня у нас третий день обучения таргету с усложнениями. Здесь сидит ребенок, там стоит Зидан. Фифи очень ревностно относится к своей еде. Что мы делаем? Повторяем самостоятельное тыкание носом в таргет. За это, за самостоятельное поощряем горстями. Подожди. Также отрабатываем повороты головы на таргет. То есть, чтобы не по прямой натыркалась, а уже влево-вправо. Чтобы, в общем, головой следила. Начнем. Супер. И пробуем все-таки увеличивать время нахождения собачьего носа на таргете. Да. Говорить «да» не обязательно, но так как я в третий день не могу найти кликер, поэтому я и цокаю, и говорю «да». Просто у меня уже рефлекс поощряет собачку словом. Ты что, изо рта выронила? Это как тут оказалось, не понимаю. Или это тебе Юля принесла? Юля, подожди. Сразу буду держать в доступе, чтобы только доест, сразу могла носом тыкнуться. Да, молодец. Как я уже говорила, дакать не обязательно, но у меня это идет рефлекторный, плюс я очень радуюсь за собачку. Да, чуть-чуть опоздала, прям на долю секунды. Молодец. Молодец. Юль, ты нам мешаешь. Где... А где Юлин попыт? Иди играй. Зидан, уйди. Такая суета сегодня. Давай быстренько доедим. Да, молодец. Супер. Все, лучше поменьше всяких разных слов. Сейчас, что еще кто-то съест твой корм, Фифи? Да, молодец. Юрка, аккуратней. Да. Опять да сказала. Ну, видите, у меня сама рефлекторно это выскакивает, потому что я радуюсь. Вот такое вот у нас сегодня усложнение. Молодец. Мама. Да. Вот такая вот дрессировка. Последняя горка. Да, молодец. Вот такая у нас сегодня дрессировка. Собачку похвалили, ребенка пошли успокаивать. Всем пока.